Есть попадание. Ну-ка, давай. Понял. Понял, что никто не накинул даже. Прям про гетто. Как братан играется, нормально. Сейчас у него будет там арта виновата еще в этом. Попадание. Так, аптеку заюзал. Да, опять. Ой-ой-ой, голда. Все, следующая голда пошла. Трое их уже там. Вот говорит, я статист, меня фокусят. Фокусят его, фокусит арта. Я всегда, знаете, да, как бы, что я всегда стреляю там, где нужно, нужна моя помощь. То есть я по конкретным целям не фокушу вообще никогда. Нам. Василий, привет. Попадание. Здесь получается, ну, нужна помощь, поэтому стреляю. Блин, что-то 2-0 уже. Эй, алло. Соберитесь, тряпки нам. Хорош. О, леоперт приполз. О! Есть попадание. Бля, жесть нам. Просто вкатывают, а почему наших-то в разы меньше, блядь? Кто там резервы включил? Чё? Конь, блядь, куда ты лезешь нам? Назад! Хорошо! Бля, реально... Хорош. Бля, они встали, конечно, здесь не очень. Но... Здесь, если будет вылазить 430-й. А, ясно, блядь. Так, а мне арта сюда закинет? Может же, легко, да, закинет? Слушай, приемочка вроде как сработала. Блядь, я тут прям... А, 430-й вон куда убежал, смотрите. Да, приемочка сработала. Вот только леопарда бы забрать там. И хэви бы вылез здесь. Да, зажались мы, конечно, знатно здесь. Их еще два танка не светилось вообще. Арта везде достанет, не цэ. Помог им. Эй, стой, стой, стой там. Перезаряжайся, братан. Слушай, приемочка пока работает. Двести шестьдесят восьмой примчал. Вы видите это вообще? Я хэви пробил. Первый раз такая фигня вообще.
на 916. Я, это жесть, да. Так, а там, слушай, сейчас этот его распинает. Опа. Уничтожим. Хорош. Так, я поехал, короче. СТРВ помогать. Надеюсь, что проеду. Да, приемочка сработала, кстати, неплохая вообще, да? О, бля. На, ты стрельнул, блядь. Ушел. Ушел, Рудик, привет. Так, этот СТРВ мог уже вернуться. Стоять где-нибудь на горе здесь. Ну? Не пробил. Не пробил. Попадание. Хорош, что на 700 кто-то дал ему. На 600. Хотя они не пробьют его снизу, да? Если он грамотно стоит и умеет, ничего они ему не сделают там. Че и от куста, да, он стал. Вот сейчас ФВХ, если выйдет сзади. Нету его уже там. Ай, на 700. Он не пробил его. Вы прикиньте, он сейчас умрет. Выход и... Бля, мы еще и слить можем к 100. Где?
Я не думаю, что они прям... Где-то вот надо вот здесь вот, наверное, встать. Не думаю, что прям в объезд, потому что 3 минуты. Уху-ху. Встану пока сюда, наверное. А кто его знает, может попрется все-таки. Там все шоты так-то. Ну не знаю. Александр, привет. Перевестись я всегда успею. Так, там 92-й. Лезть к ним на базу вообще не имеет смысла. Потому что СТРВ, если стоит там наверху в кустах, вон она где. 5700. Тут это много. Андрей, привет. Дмитрий, привет. Ау. Ой, красиво, да, молодец. Попугайчик это. Постой, заряжаем. А как 92-й там отстрелялся, что засветился вообще? Вот и все, паттон у него там. Паттона убирать должен, алло. СТРВ тоже сейчас к нему поднимается, инфа 100. Я сзади сейчас заеду. Мы не успеем ничего. Не успеем. Этот еще в объезд поехал. Если бы, конечно, в объезд не поехал. Слушай, такая катка вообще интересная. Катка интересная была. Александр, привет, поздоровался, да? Дмитрий, привет. Андрей, привет. Физкульт, привет. Кто там стонал? 268-й. Да, 268-й стонал. Если бы, конечно, нам...